25 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Татарстане за сутки. Всего в республике с начала пандемии по нарастанию зарегистрировано 6974 заболевших. Умер 71 пациент. С понедельника разрешается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Кроме того, на массовых мероприятиях на открытых площадках число зрителей увеличили до 200 человек. Постановление подписал Алексей Песошин. «Монетка на счастье» – акция под таким названием сегодня прошла у места строительства нового, уже второго хосписа в Казани. Напомним, возведение дома без боли началось в этом году, но проекту пока не хватает финансирования. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.